Я, Иотова Виктория Юрьевна, жительница города Снежного, мирный житель, работаю в Донецке Обленерго. Сегодня утром бомбили наш город Снежное и разбомбили мой дом. Значит, я хочу обратиться к президенту. Прекращайте эту операцию АТО. Здесь мирные жители, никто не воюет. Если вы это не прекратите, значит, мы будем обращаться в Международный суд. Я лично обращусь, и все жители города Снежное обратятся в Международный суд. Вы бомбите кого? Мирных жителей? Наша украинская армия не спасает население, а наоборот. Значит, я обращаюсь к президенту Путину. Вводите войска. Значит, я обращаюсь к президенту Путину. Вводите войска. Значит, я обращаюсь к президенту Путину. Вводите войска. Раз украинская армия и президент развязал операцию против своего собственного народа. Бьют мирных жителей. Вот осколок, который попал. Этим осколком чуть меня не убило. Значит, человеческая жизнь ничего не стоит. Украинские самолеты вот это вот делают. Вот покажи миру. Украинские сраной, блядь. На данный момент пока госпитализировано 2 тяжелых больных. Известно об одном трупе, остальные данные будут уточняться. Ну вот уже о 2 трупах. Больше пока данных нет.